Доброе утро! Мятный тортец в студию! Сыроедческий, без выпечки. Взяли арахис, перемололи, толокно, и овсянку тоже перемололи в муку на блендере. Добавили какао или кэраба. Все эти три порошкообразных субстанции смешали с медом. Поставили в холодильник, колбаской скатали. Пергаментную бумагу на денек в холодильник, припиталась, чтобы затвердела. Слепили коржики, 3 коржика, можно больше. Прослойка банановое пюре с листьями мяты. Листья мяты тоже на блендере. Переблендерить можно в кашицу, в такую бананово-мятная кашица, крем. Вишня еще добавлена сверху. Верхний корж вишни украшен, выдавлена вишня, мятой прям засыпали. Кто любит, конечно, мятный вкус, не столько, можно поменьше. Ну, такой вариант, стоический тортик без сахара, без муки, без выпечки. Мятный тортик или пироженка, уж зависит от размеров.